Здравствуйте, дорогие друзья! Я сегодня нахожусь на пляже в Кальпе и хочу снять немножко пляж, но не только пляж. Я буду сегодня делать подводную съемку. Так что смотрите, посмотрите, какой пляж под водой, сколько много рыбы на этом пляже. Так что можно, кому нравится, приехать сюда порыбачить, а кто хочет просто поснимать, смотрите мои записи.